Глава 8. На выручку. Ну, а если я не прикоснусь к значку видеозвонка? А может, я не хочу? Игра не надо. Она джойстик вибрирует. У-у-у. Какие красивые челюсти только что были. Это, видимо, праправнук той акулы из челюстей. Нет, не надо. Не мигай. Не вибрируй. Это еще что за херня? What the fuck? Эй ты! Странный какой-то козложуй! Куда побежал? Ну-ка иди сюда! Ублюдок! Ублюдок! Ты как успел? Стой! Стой! Стой, я тебе сейчас глаза в задницу засую! Я опять на эту кнопку нажал. Потрясающе, типа. Это всего лишь пришельцы, подумал, там что-нибудь за это давать будут. Нет, игра. Нет, я сказал. Я вижу там... А как мне этот костюм достать? Как мне достать этот костюм? Ну, здесь понятно, мне нужно что-то, что чем я могу отломать эти доски. Скорее всего, у меня будет персонаж с ломиком. Но вот здесь-то как? Ой, fuck you. Я отвечу на звонок. Маккейн, ты случайно не рядом с центром? Да, шеф, а что? Мы получили информацию о том, что бандиты пытаются похитить Фореста Блэквелла. Они загнали его на крышу здания в центре города рядом с музеем науки. Уже еду, шеф. Подкрепление выслали? Да, но когда они доберутся, уже... Какого хрена не могу запрыгнуть? Поторопись! Портить отношения с Форестом Блэквеллом не входит в мои планы. What the fuck? Почему он не может запрыгнуть сюда? Да пошел ты взад, гребаный спортсмен! А почему музыка такая играет типичная? Как бы у меня ограничений по времени нету. Я могу хоть сколько здесь заниматься идиотизмом. Бить людей. И заниматься прочим идиотизмом. Да-да-да, я пока что просканирую здесь все, может быть здесь что-нибудь есть. Зачем кто-то музыку включил, я не понимаю, это не будет меня подгонять, выполнять миссию, и меня сканер прогружается. А здесь ничего нету, кстати. Один блок нашел на 1000 и все. Который, может быть, заберу сейчас по пути. Эй! Полиция нравов, стойте! Кто-нибудь хочет проститутку на ночь? Полиция нравов! Я не полиция нравов, нет! Не беспокойтесь! А, стойте, я здесь был уже. Да, я здесь был и не знал, как попасть наверх. А сейчас я не могу ничего сделать. Да, я до сих пор не могу этого. У меня до сих пор нету этого скилла, какого черта? Тогда... Полиция нравов, стойте! Стойте! Проституточку на ночь не хотите, нет? Возьмите! 50 баксов всего! Ну подрабатываю, да! Ну иди взад отсюда! Уходят. Сволочь! Сколько можно? Ходят, ездят всякие тут! И ходят, и ездят! И ездят, и ходят! Эй, ты полиция нравов, подойди с дороги! Ну-ка, отошел! Отошел, я сказал! Что за люди такие, не видят? Что полиция нравов едет? А я никак не могу что-то понять, куда мне ехать? Извините, не хотела! Ну пришлось! И вас пришлось! Полиция! Не хотите проституточку на ночь? Нет, ну ладно, извините! Я хотел предложить свои услуги! Вау, сколько там краски! Просто обнюхаться! Мне нужно найти заливщик синей краски. Ой, срань, какая синяя красочка! Я только что видел столько краски! Какую бы из них понюхать?
О боже мой, сколько краски! Ладно, это, наверное, синяя. Я очень надеюсь, что это синяя краска, серьезно. Потому что мне скажут, нет, это не синяя краска. Это бирюзово-малиновая охренительная. Окей. Сюда нельзя. Надеюсь, хоть туда можно, нет? Могли бы проще сделать? Сделать дверь. Интересно, как находят покупатели в этот магазин? Они как бы тоже телепортируются. А если у них нету костюма космонавта, что им делать? Что за логика в этом городе? Теперь я понимаю, почему у них все через жопу. Интересно. А ты я из кого-то шел? Вау. Я мог кого-то сейчас уничтожить. Надеюсь, ему это понравилось. Господи, какая эпичная музыка! Что-то происходит впереди. Кого-то забивают. Может быть, даже сковородкой. Я должен это посмотреть, чтобы поржать. О, как все сложно здесь. Сейчас будет. Ну, в общем, когда такая музыка играет, видимо, мне придется сбираться на очередной небоскреб. Извините. Извините, мисс, насрать на людей. В прямом смысле. Что-то интересное. Черт, мне не дали посмотреть на что-то интересное. Там что-то было для космонавта. А вот и Блэквуд. Меня похищают! Против моей воли! Меня кто-нибудь слышит? Ага, я слышу. А вас, похитители, попрошу помолчать. О боже мой! Господи, это кто Хагрид в младенчестве превышил? Что это? Что это? Боже мой. Получай в харю, твой. Извините, сэр, но вытру. Господи, это... Ой, посмотрите! Нет, смотрите, какая мне попа! Посмотрите! О. Ой, господи, что мне делать? У меня действительно есть время над этим заниматься, да? What the fuck? Я снова кнопочки перепутал. Кнопки перепутал только что я. Но я все-таки не полная свинья. О, неважно. А если бы у меня не было в этот момент уже голубой краски, если бы я ее поменял на другую, пошел бы специально поменял на другую, чтобы тогда игра, чтобы тогда. Я не знаю, что у них такое красное было в руках. Надеюсь, это были не яйца. А то если я увидел сейчас птицу с яйцами, наверное, ну в смысле, птица с яйцами нормально, но птица с красными яйцами это. Прощай! Скажи привет переломанной шее! Эта игра слишком жестокая. What the fuck? Чё это было сейчас? Чё за чушь? Отлично! Отлично! Теперь мне всё с самого начала проходит! Вы чё шутите, что ли? Это чё за тупость была такая? Вау, потрясающе! О, нет! Я не знаю! Ты что-то сделал не так! Игра думает вот так примерно. Ты что-то сделал не так, нет! Ты... Там нечего было делать. Я нажимал кнопочки, ничего не произошло, когда он затупил. Идиотизм! Это бы... Кто это? А кто это? Это... Нет, это не мэр. Не знаю, кто это. Этого хрена бы давно уже... Украли бы. А как туда попасть? Ладно, если что, попаду как-нибудь. Я надеюсь, враги хотя бы не возродятся. Так, окей. Что здесь делать? Вот, в прошлый раз было все то же самое. Я ничего не делал. Игра, он сам упал. Серьезно? Детальки. О боже мой, сколько деталек. Я видел блок на 10 тысяч.
Нет, ты не смей падать, только посмей, я тебе удалю сразу. Нет, мне придется тогда игру заново проходить, я что, дебил что ли, удалять сейву 8-часовую. Господи, как все сложно. Как грабители туда забирались, если мне приходится такой жопой маяться. Так, главное здесь не упасть. В God of War не падал здесь типа давно не должен. Господи. Мне явно не сюда. В этом я уверен на 356%. Ну и что, что всего лишь 100% есть. Но многие говорят, мы даем гарантию 250%. Как это 250%? Как это? Ну как это? Тут есть внизу блок, это я точно помню. Блок! Блок, я иду! Никогда, кстати, не читал блока. Я, если честно, не помню даже, что он написал. Надо будет этот пробел заполнить. Я не знаю, чем-нибудь. Главное, не матом. Я надеюсь, ему причиндало не натирает такой вот под... такое вот по вскарабкивание по желобам. О, боже мой, я не могу это смотреть. Давайте хоть... давайте это хоть будет делать секси-чик. Ладно, хватит. What the hell? Что это было сейчас? Это... так и должно быть? Или это фишка у скейтбордистки, то что она на... при помощи ног спускается? Окей. Я Чейз Маккейн. Вот это было круто. Дэйв! Дэйв! Воу! Смотри-ка, навес. Будь это боевик, кто-нибудь обязательно упал бы на него. Вот это больно! Хуже уже точно быть не может. Нет, может, у тебя штаны, как у рэпера. Джинсы, точнее, и 6 кубиков пресса, это сразу говорит о том, что ты дегенерат. Небеса! Наконец-то! Арестуйте этих людей! Нет, я сброшу тебя с небоскреба. Мальчишки-кибальчишки, как вы посмели? Так его, покажите ему, где раки зимуют. Понял, да? Ты видел? Ощутил же силу женской груди. Отличную связочку вы провели. Да. Да, детка. Нет, как ты посмел ударить женщину? Гори в аду, тварь. Эту порку он еще долго не забудет. Да, отпорой. Я актриса БДСМ жанра. Превосходно. Все по-честному. Поняли, да, теперь наручники на вас. Этот бандит получил по заслугам. О, понял, да, вот. Сотрите его всасывай. В порошок. Я доминирующая овца. Спасибо, юноша. А я уж подумал, что обречен. Юноша, и где ты юноша увидел? Сволочь, вали с небоскреба. К ним может подоспеть подмога, поэтому нам надо поторопиться. Моя машина должна быть неподалеку. Сам себе ублажай, козел! Прости за опоздание, Чейз. Похоже, ты и без нас отлично справился. Юноша, в полицейском участке будет безопаснее. Вы не могли бы подвести меня? А то я еще не оправился от шока. Поезжай. Я передам шефу, что мистер Блэквелл в безопасности. Мы останемся здесь и повяжем членов банды. Что это за машина, в которую я только что прыгнул? Спасибо. Что это за херня? Ретромобиль. Ведь я даже не знаю, как вас зовут. Чейз. Чейз Маккейн. Называй меня Чейзин. Мы раньше не встречались. Чейз Маккейн. Да уж. Мир тесен. И порой даже очень. Знаете, я буквально на днях говорил о вас с одним моим знакомым. О том, как вы арестовали бешеного Рекса. А он не думает, что это заслуга шефа Данби? О, нет. Кое-кто из нас имеет более незамутненный взгляд на те события.
Обидно, что Рекс снова на свободе. Кто знает, какие еще злодеяния он может совершить. Да уж. Так кто же были эти люди? Гринписовцы, без сомнения. Они меня просто ненавидят. Почему? Ва? Вы не в курсе? Я-то думал, что уже всем известно. Обычное человеческое недопонимание, о котором я даже вспоминать не хочу. Самое главное, вы в безопасности. Да, мне нужно поговорить с теми, кто за нее отвечает. Чё это за херня? На каком говне я еду сейчас? Здесь нужна какая-нибудь ретро-музыка, типа... Очень мило с вашей стороны. Мы миленько катаемся, надо признать. Ну и так далее. Приехали. Мистер Блэквелл, я так рад, что вы невредимы! Я не мог сомкнуть глаз! Еще раз спасибо, Чейз. А вы что, обычно спите на работе? Ну, давайте зайдем внутрь. Спасибо. Прощайте, Чейз Маккейн. Веселый получился день. Не целуй меня! Да я поэт. О боже мой, что сейчас будет? Черный экран, это... А, это паркур-забег! Но мне слишком далеко до него бежать, поэтому я не буду этим заниматься, да.